Кто-то там топает нафиг всегда за моей спиной. Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон. Добро пожаловать в новую серию нашего прохождения Five Nights at Freddy 4. И это у нас на очереди вторая ночь. Ребята, я как-то вообще не хочу проходить эту игру. Я как-то вообще не привык хорроры и вот это все. Я люблю такое, знаете, покемошки, там GTA 5 и все такое. Но когда дело доходит до хорроров, я с первой ночи тут уже, не знаю, склад кирпичей себе навалил. Но все же, раз мы за это взялись, значит, нужно довести это дело до конца. Я, конечно, хочу играть без наушников. Но без наушников я не буду слышать, дышит ли там кто-то за дверью. А без этого, ну, по сути, мы никак не сможем пройти игру, потому что нужно слышать, есть ли там кто-то. Если есть, нужно закрыть дверь. Если нет, то нет. Ух, как мне стрёмно. Ладно, первый раз я играю с наушниками. Опа, кто-то там топает. Я буду иногда вот так, знаете, чтобы слишком не обосраться. Никого. Я буду, ребята, я не буду очень много говорить, я еще раз говорю. Еще тавтология какая-то. Много говорить, еще раз говорю. Потому что нужно слушать, и мне более спокойно, когда я сосредоточен. Никого. Никого. Бонни, дружище! Вот я тебя заметил. Чика, ну как давно мы с тобой не видели? Нет, никого нету. И тут никого нету. Никого. Тополиный пух, жараю! Никого. Мне просто сосредотачиваться на чем-то другом. Ух, я сегодня не знаю, что я буду кушать сегодня. Опа. Да. Уже там кто-то ходит, бродит. Ла-л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 а. Никого. Здрасте. Нет, никого. Чика, ну чё, как у тебя там делишки? Я знаю, ты сегодня там ходила, бродила, нет никого. Еще 5 часов, охренеть. Никого. Он такой всегда. Никого. Никого? Никого? Так, ребята, мы продолжаем обсиралушки. Так. Давайте друг на друга. Бонни, давай, дружище. Нет никого. Чика, давай, дружище, давай. Кто кого? Нет никого. Никого. А, ну ты дебил. Тут, слушаю. Никого, я слышу там какие-то голоса. Никого. Кто-то там топает нафиг всегда за моей спиной. Ладно. Дальше. Охренеть. А что самое противное, что я слушал, никто там не дышал, но почему-то на меня кто-то выпрыгнул. А, слышу.
И что самое главное, как? То есть я, в принципе, все контролирую. Там уже было четвертый час. Как он на меня вообще выпрыгнул, если я слушал внимательно? Хоть я и разговариваю много, но... То есть это должно быть слышно, да? Когда кто-то там дышит. Не прямо он беззвучно дышит. Не ожидал? Не ожидал? Никого? Ух ты, ни хрена себе, их уже двое было. А мне кто-то сказал, если их трое будет, то меня убьет. Никого? То есть мне кто-то сказал, если их трое будет, то мне жопа. Никого? А как у вас делишки, ребята? Нормально, я так и понял. У меня, если честно, тоже нормально делишки, все прям нормально. Дальше. Ага, паскуда. Никого? Никого? Я иногда не понимаю, как это вообще все работает. Я же слушаю. Как они вообще выпрыгивают? То есть, нахрена тогда нам вот эта подсказка была в первой же ночи? То есть, слушай, если кто-то есть за дверью, значит, ты будешь слышать... Значит, ты будешь слышать, как кто-то дышит. Если кто-то дышит, закрывай двери. Если никто не дышит, включай свет. Идем сюда. Никто не дышит. А только что было два раза подряд. Никто не дышал, я включил свет, и на меня выпрыгнули. Как вот сейчас? Нет, ладно, не вот как сейчас. Ага, я так и понял. Нахрена тогда вообще тут наушники, и нахрена тут вообще слушать, если это бесполезно? Вот. Никакого смысла в этом нету, как я заметил, потому что даже если кто-то дышит, то я не вижу смысла. Да, потому, нет, даже если кто-то нас выскакивает, то он только что он не дышал, он просто-напросто берет и выскакивает. То есть смысла вообще нету. Ага, паскуда. Никого? Я тогда вообще, ребята, в этом смысла не вижу, если честно. Тополиный пужара, июль, ночи такие стрёмные. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. А-на-на-на, никого. Паскуды. Сразу две штуки. Битбоксер Эдисон. Битбоксер. Охренеть какой битбоксер. Может мне на конкурс пойти? Лучшие битбоксеры мира. Никого? Ага, никого. Я такой же, ага, никого. Никого. Или может там кто-то был, я не видел. Никого? А, ну после 3 часов ночи тут самая жопа и начинается. Никого? А может кто-то там прячется? Ага. Чика! Чика, дружище, привет! Нет, никого нету. Бонни! Сколько лет! Сколько зим, тварюга! Никого нету. Так. Фу, я уже... Тут не знаю, ребята, что делать с этим. Если сейчас еще раз выпрыгнет, то идите вы в сраку. Я эту ночь буду прямо сейчас заканчивать. Твою мать!
Ребята, вот с меня, если честно, хватит. То есть все. Небольшие такие обтиралушки с меня предостаточно. Ребята, давайте на этом будем заканчивать. В следующей серии я постараюсь все-таки пройти эту конченую ночь. Потому что это жопа, честное слово. То есть, что я слушаю в наушниках, что я не слушаю? Зачем вообще нахрен тогда вот это закрывать, открывать двери, если это вообще не помогает? И даже если ты слушаешь, и там никто не дышит, и тебе не нужно закрывать дверь, а тебе нужно включить фонарик, чтобы их еще дальше отпугнуть, ты включаешь фонарик, и он, тварюга, на тебя уже выскакивает. Хоть ты и слушал, но там никто не дышит. То есть, в чем вообще прикол этого закрывать двери, в чем вообще прикол слушать, дышит ли там кто-то или нет? То есть... Это нас предупреждали сразу же, в первой же ночи, в первые же секунды, что вот, если там кто-то будет, значит закрывай двери. Но я никого не слышу, но они и так паскудно на нас выпрыгивают. Ладно, ребята, тогда давайте уже на этом будем заканчивать. Если вам понравилась эта серия ФНАФа, давайте наберем 400 лайков, чтобы следующая серия ФНАФа вышла в ту же секунду, как только мы наберем 400 лайков. И также, ребята, если вы хотите со мной пообщаться, я общаюсь со своими подписчиками, оставляйте комментарии, спрашивайте свои там вопросы, советуйте что-то, какие-то свои предложения по поводу ФНАФа. А самое главное, ребята, я знаю, практически все любят ФНАФ, практически, пишите мне, как лучше вообще выживать, что делать. Даже можете писать всю историю ФНАФа, потому что я в этом не курсе. Я, если честно, никогда этим не увлекался. Я буду рад, если вы мне поможете и напишите там какую-нибудь историю, да, ФНАФа, как это все происходило и что еще. Но я буду рад, я также постараюсь прочитать это ваше сообщение и также постараюсь на него ответить. Также, ребята... Подписывайтесь на мой канал, я буду рад каждому новому подписчику, кто еще на меня не подписан, и подпишется. Я прям приветствую каждого нового подписчика в нашу большую дружную семью. Ребята, всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока.